Среди систем механического телевидения оригинальной конструкции сравнительно высоким качеством отличалась система с зеркальным винтом или зеркальной разверткой. Зеркальная развертка была изобретена американским инженером Гарднером в 1926 году. Конструктивно основным элементом этой системы являлся зеркальный винт, состоявший из ряда тонких алюминиевых или стальных пластин, расположенных одна на другой. Эти пластины крепятся в центре на оси, таким образом, чтобы образовалась винтовая лестница зеркальной поверхности. Каждое зеркало отображает лишь одну линию в окончательном изображении на экране, поэтому для 60 линий требуется 60 зеркал, расположенных по кругу. Кроме зеркального винта, для такого телевизора требуется источник света в виде линии, ширина света которого должна быть примерно равной толщине листа зеркала. Главное преимущество зеркального винта перед зеркальником заключается в том, что изображение может иметь размер больше, чем сам винт, в то время как изображение на экране телевизора диском составляет небольшой фрагмент, вот его площадь. Зеркальный винт также обеспечивает очень яркое изображение с широким углом обзора, так как он отражает большую часть света от источника к зрителю. Несмотря на то, что данная система развертки применялась только в Европе и Советском Союзе, именно этот принцип был использован для передачи фотографий высокой четкости из космоса в процессе работы аппарата «Луноход-1» и до сих пор иногда используется для получения проекционного изображения большого размера.